8. Раз, два. И повторяем это движение. 3, 4. Затем у нас будут эти шаги. На правую ногу у нас руки будут раскрываться. Затем на левую руку закрываются в пресс. Затем у нас будут идти снова шаги. У нас правая нога идет вперед. Будем делать большие шажочки. Правая, левая, правая, левая. Руки. Мы закончили здесь. У нас правая будет согнутая перед собой. Левая будет сзади. Вместе с этим у нас работают руки. Когда мы шагаем на правую ногу, у нас правая рука идет наверх. Шагаем на левую, обратная ситуация. И вот такие вот шажочки получаются. Соединяем внимание кусочек по счету. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И. Затем у нас правая нога расслабляется к левой, и мы распрямимся на две ноги. И левая рука идет на базу. После этого у нас работают плечи. Мы левым плечом бьем вперед. То есть движение раз и два и. Затем мы будем отпрыгивать в сторону. Три и плечо работает также. И на четвертый счет у нас работает плечо и голова опускается вниз и поднимается обратно. И при этом мы выбираем ноги. То есть у нас идет небольшой такой кач. Раз и два и три и четыре. На четвертый счет кача не будет. И после этого у ребят идет переход на припев. Первое наше движение будет это слайд в сторону, в левую. Мы делаем слайд на левую ногу, и руки раскрываются. Правая рука идет из замаха в сторону, ладони возьмите. Левая рука просто уходит согнутая в сторону. Делаем слайд. Раз. Затем у нас идет переступ. Мы шагаем. Правая идет назад за левую, левая идет в сторону. И затем руки сбрасываются. После этого у нас руки идут в замах. И вместе с этим правой ногой уходит замах. Мы выпинываем правую ногу вперед, руки опускаются вниз. Мы ее выпрыгиваем, спрыгиваем на нее, и левая нога расслабляется к себе. После этого у нас правая нога уходит в сторону, опора идет на левой ноге. И правая рука туда же уходит, левая рука идет к себе. И мы корпус передвигаем из стороны. После этого мы подвигаем заднюю ногу к себе, и руки уходят наверх. Затем мы спрыгиваем на левую ногу, правая нога идет наверх, руки сбрасываются на ногу. Затем у нас правая нога уходит назад, мы спрыгиваем. Бам. Затем мы меняем ноги по разу. То есть передняя нога у нас стоит на пяточке, задняя стоит на носке. Вместе с этим у нас работают руки. Мы сбросили. И руки. Бам. Правая рука вперед. Руки у нас практически прямые будут. Когда мы прыгаем на левую ногу, когда мы спереди, у нас голова отворачивается в левую сторону, поменяли их, повернулась голова на зрителей. Затем руки у нас сбрасываются вниз, правая нога, мы опять же спрыгиваем, правая нога идет назад, мы подпрыгиваем к правой ноге, и после этого мы на носочках поворачиваемся в правую сторону. И у нас работает по большей части голова. То есть мы голову тянем вперед и поворачиваемся в сторону. Затем у нас мы спрыгиваем на две ноги. Делаем небольшую волну, которая доходит примерно до таза. И затем мы снова делаем те же прыжки, что были до этого. Левая вперед, правая вперед. Но здесь ситуация другая. То есть мы слева прыгаем голова на зрителя. И здесь мы отворачиваемся. После этого мы спрыгиваем на правую ногу, левая нога идет вперед. Затем спрыгиваем на левую, правую вперед. Спрыгиваем на правую, левую назад. Распрыгиваемся на две ноги. Пододвигаемся. И у нас мы опять спрыгиваем. Левая нога согнута, опора на левую ногу. Руки. Мы сделали бам, бам. У нас правая рука будет идти в пресс. То есть мы сделали раз, диагональ, два диагональ. Затем руки просто будут внизу, спрыгнули на ногу. Потом у нас корпус будет немного наклонен в левую сторону, правая рука наверх, левая под ней. Затем мы спрыгнули, руки внизу. И когда мы спрыгиваем на левую ногу, у нас рука идет возле левого плеча, согнутая. И мы просто подвигаем немного правую ногу к себе. Затем мы делаем небольшую точку, бам, и поднимаемся. Правая рука идет наверх, нога просто подвигается к левой. И мы делаем два кача. Пам, пам. Затем у нас повышение. Некоторые из них два шага вперед, некоторые назад. У нас
Если выйдет назад, у нас правая нога расставляется в сторону, левая рука идет к плечу, к правому, и затем левая нога расставляется, правая рука к плечу. После этого у ребят делятся партии, кто-то будет махать левой рукой, кто-то правой, то есть мы делаем шаг-шаг. Если мах идет левой рукой, мы спрыгиваем на правую ногу и делаем мах. Если в обратную сторону, то то же самое. На правую, на левую, спрыгиваем на левую. После этого у нас у ребят идет момент импровизации, затем они сходятся по второй части перебивания. Соединим все вместе по счету. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь и восемь. И раз, и два, три, четыре, и пять. Шесть и семь и восемь и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы с вами закончили на моменте, где парни переходят. Опять же, это момент импровизации. Но, грубо говоря, мы с вами сходим в центр. Можете посмотреть на момент, который вас интересует, и попытаться повторить. Следующее движение. Let's burn. То есть это было 1, 2, 3, на this part. Что мы с вами делаем? Мы прижимаем левое колено к себе, а руки у нас работают внизу через правую руку, поднимаются наверх к груди. Та-да. Дальше у нас будет сдвиг в сторону, а именно вперед. Мы с вами будем продвигаться с тремя движениями. Что делают руки? Мы остановились тут, дальше мы через крест тянем вперед, соединяем низ запястья, а чуть-чуть повыше. Дальше отводим в сторону, ладони все так же свободные. И дальше сводим их впереди перед собой, в таком вот положении примерно 90 градусов. И руки сжимаются в кулаки. При этом корпус будет два раза работать назад против рук. А третий раз он будет выпрямляться. И первые два раза также голова будет отходить назад. Еще раз. 1, 2, 3. Let's down. Та-та-та-да. И дальше мы с вами падаем в плие, руки уходят на бедра. Сидим так некоторое время, а дальше немножко приподнимаемся, и у нас будет набег в сторону. Через что мы будем раскрывать и закрывать руки? Сначала сами руки мы делаем раз, два, три, а дальше уходим в сторону наверх, чуть-чуть сжимая кулаки. Все это дело у груди, сильно широко мы не уходим, мы делаем все в пределах ребер. С ногами та же ситуация, мы с вами делаем так, да. Да, поставили. То есть напрыгиваем налево, на правую, налево поставили и сели в прием. Здесь у нас момент, где мы ждем с вами и. И дальше два раза бьем паком вверх. Пам-пам. Дальше переход в левую сторону. Парни тоже возят опору на левую ногу и разворачиваются корпусом в левую сторону. При этом отмахиваясь рукой пам влево и закрываясь. Да-да, поджимаем правое колено. Дальше то же самое слева и еще раз. И затем мы с вами скользим по полу и подворачиваемся. Выкидываем левую ногу вперед. И дальше то, что делают ноги. Мы скользим левой, скользим правой. Дальше выбрасываем левую ногу направо, подтягиваем к себе. И последний раз скидываем правую, но мы не подтягиваем, мы просто скидываем. И в этом нам помогают руки. Мы как только развернулись, у нас правая рука скользит по бедру. У некоторых парней они прям стряхивают руки, некоторые просто скользят. Тогда правая, левая, потом два раза двумя руками и еще раз сброс. Итак, мы пришли, мы делаем раз, два, три и четыре. Отлично. Дальше парни идет переход по кругу. Естественно, с вами его сейчас не сделаем, но объясняю концепцию. Как только мы развернулись, что вам нужно сделать, где бы вы ни стояли? Первыми двумя шагами вы разворачиваетесь от центра, затем у вас идет замах руками. И через два движения вы делаете круг на месте или в переходе. И останавливаетесь примерно лицом в центр или немного в диагонали. Сейчас я вам примерно покажу, как это выглядит, и поменяем сторону. Получается. Та-да-т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 а-да
и замах, замах. Повернулись, встали. И дальше парни делают две ваши в сторону, как у нас уже было, ноги. Прямо пала. И мы снова распрыгиваемся в прия и опять бедра. Дальше мы с вами разворачиваемся через левую ногу. Да-да. Опору на правую упали. Смотрим вниз и ждем конца части. И соединим всю эту часть вместе. У нас идет 1, 2, 3, let's work. Да. Да. Упали. И. Да-да. Шаг, 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 скользим. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отмашка и бедра, бедра. Развернулись, упали, сидим и переход. Отлично. Соединим все это вместе под 80%.